Это видео плохо. Тупо видно, что не марафонец, потому что марафонцев таких спин нет. К сожалению, я ухожу с большого спорта. Миллионы. Потом меня на колени ставили. Так, и мы продолжаем наш бьюти-блог. Вот мы встретились с лысым чудовищем. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Я все время сидел у вас в багажнике, вы просто меня не видите. Ну что вы можете сказать о нашей поездочке? Я могу сказать, что это очень интересное будет путешествие, потому что у меня такое предчувствие, что сломается машина. Блять, баблюй. Не, ну вот как можно на дорожку такое говорить? Сейчас мы поедем в Киев, блин, и где-то станем. И наконец-то дождались мы этого монстра. Поездку удачную. Это видеоблог. Пока мы ждем Стасика, мы просматриваем историю Юрия Пасечника и понимаем, что человеку 30 лет скоро, и он немножко свихнулся. 30 лет, Юра, ну ё-моё. Ты меня пугаешь, братик. Короче, идем в пятизвездочный отель. Если хотите покушать. Ой, пробили колесо. Хотели выспаться уже почти час ночи. Выспали. Вот пятизвездочный. Тараканы сейчас выпрыгивают. Снежинка. Песня просто. Да, ё-моё. В 2000-е. Что-то так тошнит, ебать. Да и в душе как-то не особо хочется. Я вам отвечаю. В центре города, на Крещатике, там поднимается сиденье. Да? В следующий раз, Вадимчик, мы будем выбирать. Я это думаю, блядь, за 250 гривен есть классный хостел, где классные матрасы, где постельная чистая, где нормальный туалет и душ. А за 150 гривен мы сняли вот это вот. Ну зато одни, зато никто нас не беспокоит. А прикинь, если бы с кем-то еще были. С каким-то бомжом, ебать, прикинь, Алима. Ну что, Стасон, что вы можете сказать? Я не знаю, что сказать. Нет слов. Я ваша. Вадимчик, а что ты не раздеваешь? Ложись в постельку. Утром просыпаешься, весь в шаях. Весь, блядь, нет. Таракан. Таракан рядом, ебать. Жрать нигде не будет, хорошо? Вот так проходит утро в пятизвездочном отеле. На часах 8:00. Мы сейчас помыли жопу. Кстати, душ — это единственное, что в этом отеле радует. И let's go. Не можешь выйти вообще? Страшно, слушай, идешь ты? Страшно. Дедик, а как можно бежать? Я тогда думаю, сейчас лежит баночка, там ждет меня. Холодненько. Холодненько, блядь. Не, хелл. Вот как можно, а? 3, 2, 1.
прям как в Карпатах. Бля, главное не ебнуть тут. Красиво. Тупо машина, бля. Тупо видно, что не марафонец. Потому что марафонцев таких спин нет. Вадимчик решил, что есть морские котики, а есть запорожские котики. Мы круче морских, мы запорожские. По песку нереально сложно бежать. А пиццы нет? Нет. Я просто пиццу заказывал. Давай. Еще не пить. Я вас вітаю, ви молодець. К сожалению, я ухожу с большого спорта. Как боксеры вешают перчатки на стену, пловцы плавки на вешалку, а я выкидываю свои кроссы. Покупались, полежали и будем сейчас ехать домой. Я буду скучать за этим прекрасным хостелом, потому что лучше, чем он, я ничего в жизни не видел. До дому! Не, вначале пожрали, а потом до дому. Как бы молчит, ебать. И такой... Здоровье наших колен после забега. Короче, 12 часов ночи. Короче, идем жрать. Не видно. 20 гривен. До Полтавы 100 километров, кажется. Ребята, всем привет, и этот блог будет о том, где лучше аквапарк, в Кирилловке или в Бердянске. В разгар лета все люди туда едут, это как Лас-Вегас и Чикаго, или как Лондон или Париж. И вот мы решили сравнить, где лучше аквапарк. Поехали. Еще один ходит. Здрасте. Что там наружу что-то, да, да? Стоп. Ой, стоп. Да. Да. Смысл остановить. Документы смотрим, проверяем машину. Что это, новая статья какая-то в этом 35? В смысле? А вы помощники? Тогда... А что в 35-м? Да. Так вы постойте с нами, посмотрите. А вы что врываете, чтобы мы не представили? Ну мы же в прошлом разговаривали. Здрасте. Да, ну знаете, как же вытает. Здрасте. А что вы, Бердянск? Да, так и узнайте, почему вы здесь. Звоните. Спрашивайте, вы находитесь. Ну, может, это да, позвоните и спросите, да, для чего мы здесь стоим, для чего мы останавливаем. Чего вы сразу так кто-то против того, что остановили его или что? Знаете, как это таксиста тормозить, говорит, что-то гитарь. Я бы вам сказал, такие так, автомобили, которые на евро-номерах находятся, их всех останавливают. Да, всех, по контролю. А что?
А потому что да, все на этих автомобилях. Представители вам такси, я так понимаю. Да. Это вы с этого, с Запорожья. С того же Запорожья. Да, такая, привет, помнишь, мы же давно с тобой здравствуем. Тысяча лет. Может быть. Помнишь этот самый, по твоей машине? Меня на колени ставили. Я помню, как меня шея. Я, например, помню по-нормальному. Да не, я всегда нормально, просто... Был просто... Будьте здоровы. Давайте еще след. Самый раз останавливаем первую машину, кто там, такси, все. А на второй машине ехал ты. Ты что сразу, мама, так, что за таксист? Да, ну да, так таксист. Да подожди, так он же этот сам, он же свидетель. Так, подожди, а что тут? Так он, смотри, да вон бухой. Так, пацаны, подождите, все. Ты не вспомни, да стоял еще минут, наверное, 40-50. Я ж Ваня, по-моему, звал. Ваня, да. Ну, так... Не, я же говорю, всегда я помогаю, Ваня, как бы, ну знаешь, когда жарят. Не, я ж ни в коем случае ничего плохого не хотел. Так я не понял, а что ты прибежал, ты мне скажи, что ты пришел? У меня вот этот чувак, реально, лайк и страйк, он постоянно его полицейские тормозит. Думаю, сейчас, блядь, возвращаться опять, а потом думаю, как раз... Он будоражит всех, у него что-то есть? Да глянь на него, не, он просто... Да он спорник, а что в нем такого? Ну не знаю, вот польская машина начинает, а что это самое? Польская машина, ну... Что? Я думаю, лучше остановлюсь, как бы ехать им с самого Запорожья, там на трассе пробки нереально, мы по этой трассе ехали. Все, не будем мешать. Если надо, мы сами работаем. Хоть контроль, хоть первый контроль, хоть еще кого-то. А ты тебе скажи, страховка у тебя есть или нет? Две. Пацанчики, ну что, где вы видели еще туалет с паролем? Я видел. Где? В России, в Ростове. Вот. А в Бердянске тоже есть. О, класс. Вот так вот. Вот это сервис. Это рубрика «Бюджетная столовка». Сегодня у нас картошечка, запеканочка, суп гороховый и селедочка, и 85 гривен. Бюджетная, не бюджетная, не знаю. Приехали на место назначения, заплатили за стояночку аж целых 50 гривен. 1530 за троих. Ужас. Ужас. Снимай, блядь, снимай, блядь. Жопа трется, блядь. Здоровый аквапарк, тут руки горят, а там у него разбита рука. Смотрите. Ё-моё, а вот пальчик. А вот, смотрите, ебать. Вот куда смотри. Ё-моё. Блядь, ну там реально обрыв. Да там жопа. Говорит, подожди. Класс! Вот это экшен. Ого, глянь, какая машина. Сколько? Один, два. Ну вот. Что там, нет? Не, вы только вдумайтесь. 20 фотографий, 400 гривен. И что? Телеграм 50 гривен. Просто в Телеграм она скинет. Ты даже ни копейки не потратит. Просто сбросить в Телеграм еще 50 гривен. Такой разводняк вообще. Кузь, да! Юрчик угадать. 200? 200? А ты что хотел? 20 гривен?
Вот этот шар? Ты что, снимай! А что, нельзя? Нельзя! Короче, зашли в столовку. У меня такая столовка в детстве была. Лай. Манка есть? Манки нет. А молочный суп есть? Нет, молочного мы не варим. Хотелось, как в детстве, молочного супчика с макарошками. Какая красота. Это видеоблог. Да вон, посмотри, так он питон какой-то. Так реально здоровая какая, глянь, белая. Вот, а ну схвати ее за хвост, а нахуй она надо? Она нападает. Всем привет, и это видеоблог. Как мы отдыхаем? Ребята сидят в телефоне. Юра должен быть дома, сидеть на больничном. А Юра поехал на море. И ни одну фотку нельзя выставить в Инстаграм. Если мы где-то вместе с Юрой, он меня просит: Димон, ну не выставляй, вот нахер такой отпуск нужен. Зато сейчас сидит, делает видео, которое нельзя выставить. Юра, ну что ты можешь сказать своего оправдания? Все классно. Достопримечательность Бердянска – это, если вы не знаете города, вы можете сказать: встречаемся возле бычка, находите бычок и все. 10-92, решетка, магия, туалет по коду. Братик, ну вот скажи мне, как тебе так не везет? Тут ты опять заглох. Да. А вчера его опять копы, копы жахнули на страховку. Позавчера его жахнули, и вчера опять бердики уже. Ну как так, родной? Что за полоса невезения? А ну, не плачь, не плачь, все будет хорошо. Юрчик решил взять себе одну котлету, которая прям очень огромная. Она с размером моей ладони, наверное. Приятного аппетита, Юрий. Приятного аппетита, Иван. Спасибо. Вот просто обед чемпиона. Голубцы с овощами и кабачки. И ни о чем. Класс. Ты вот пожрешь и опять жрать будет? Не. Шмаляй меня, быстрее. По очки, ну шо вы, ребята. Что ты тут столько делаешь, а? Хотите прикол? Насыпать. Знаешь, почему у тебя аккумулятор хлопнет, садится? Знаешь, почему? Иди сюда. Так, потому, что, когда так я врубил. Когда выходишь, габариты надо выключать.